живут они в Зауралье, в селе Михонка. Пенсионер Иван Костяев и его гармонь. Сколько у них всего было, не расскажешь, не сыграешь и из памяти не выкинешь. Костяев известный человек. Главным агрономом области лет 20 был. В Первую мировую войну в одной роте с маршалом Малиновским служил. Люди любят Костяева, тянутся к нему. Особенно молодежь, ребята. Ну что, ребятки, вам пожелать? Вот я уже говорил, что любить природу надо. Из вас, я думаю, станет кто-нибудь обязательно космонавтом. Еще раз прошу вас, чтобы из вас кто-нибудь был обязательно агрономом. Ну как, будет из вас кто-нибудь? Ну вы, конечно, подумаете. Это безусловно, надо подумать. Неплохо быть и врачом, неплохо быть и учителем. А я считаю, что агроном самая такая благородная работа. Иван Николаевич, а что у вас за надпись вырезана на гармошке? На гармошке? На футляре. На футляре. 909. В 1909 году я ее приобрел. С той поры они неразлучны. Костяев и его тальянка. Вот и получается, ему 75 лет, а тальянке 56. 56 лет вместе. Они с гармонией помнят, как провожали односельчан на Первую мировую. А потом и сам гармонист оказался в экспедиционном корпусе. Союзникам нужна была русская сила, русский штык. И попал парень с тальянкой на чужбину, во Францию. Французские буржуа кричали «Вив ля Рюс! Вив ля Рюс!» А они падали на чужую землю. Они падали на свою землю на других фронтах. За что? У них были родные села, были матери и жены, были надежды. И тихо пела в часы передышки гармонь Ивана Костяева. Тем, кто завтра, может быть, навсегда расстанется с жизнью, пела она о родине. А на родине революция. Революция. И сказали солдаты шабаш. Не наш это бой. Штык в землю. Господа, солдаты взбунтовались. И те, что кричали «Вив ля Рюс!», послали наших солдат в тюрьмы, на лесоразработки, на каторжный труд в каменоломни Алжира. Волшебный инструмент тальянка. Ты пела солдатам о русских степях, русских зорях и росах. И лучи африканского солнца не падали с зенита, а будто косо скользили над землей, как утром на родине. Не согнула неволя Костяева. Перенес он плен и вернулся в Россию. Никогда не казалась она ему такой прекрасной, как после долгой разлуки.
Гармошка помнит все песни его пути. Было много всего. Была большая работа, за которую столько раз говорили ему спасибо. Было и горе. Сыновья. Володя не вернулся с Великой Отечественной. Рэм последний сын. И войны нет, а погиб, как на войне. Но осталась гармонь. Его окна выходят в сад, в солнце, а за окном Россия. Россия Ивана Костяева, о которой тосковал он в Сахаре, которую защищал в гражданскую. Сколько новых тальянок рассыпано по его родине, сколько еще не спето песен. Научит и тебя парень играть, дед Иван. Кто же это сказал, что русский солдат, советский человек Иван Костяев одинок, что нет у него больше дел на земле? А сад? Разве один такой сад вырастет еще Костяев? Ум и руки агронома, память солдата, душа музыканта – вот что есть у этого человека. И еще Россия. Россия. Сколько поют о тебе. Сколько веков поют. И все равно не могут спеть всю твою красоту. Разве когда-нибудь может наступить конец огромной песни о родине? Сколько у них друзей, у него и у тальянки. Верных друзей, близких и далеких. Да, большую и трудную прожили вы жизнь. Не каждому суждено пережить такие испытания. Живые должны думать о живых. У нас таланты уже гаснут. И наша задача – зажечь сердца молодых. Дорогой Иван Николаевич, ваше письмо мы прочитали всей дружиной на торжественной линейке. Большим интересом ребята слушали ваши советы. И мы посадили еще 8 яблон. Пожалуйста, приезжайте к нам в гости. И не бросайте, пожалуйста, гармонику. Наш народ умеет трудиться и любит музыку. Она, как и песня, нам строить и жить помогает. Бывший пулеметчик 4-й пулеметной роты, маршал Советского Союза Малиновский. По-солдатски отвечаю, слушаюсь. Пока руки будут держать гармонь, я буду играть людям, радовать и вдохновлять их музыкой.
бросить гармонию. Да разве это можно? Да кто же ее бросил? Далеким лесным делянкам ведут зимой Ивана Костяева снежные тропы. И здесь его тальянка греет душ людей. Многие знают Ивана Костяева и его гармонь. И вы теперь знаете их.